Друзья, всем доброе утро. Смотрите, какой у нас рассвет. После недели дождей, наконец-то у нас появился рассвет. Красивый такой. Хотя сегодня тоже дождик стоит после обеда, но такое видеть утром, сразу настроение поднимается. И еще оно у нас поднимается по другой причине. Я вам говорила, что у нас будет для вас новость. И сейчас я вам про нее расскажу. Погода у нас сегодня прекрасная. 14 градусов с утра. По-прежнему еще цветут цветы. И вот эти вот дубки, хризантемы цветут. И очень многие розы еще цветут. Вот. Я сейчас пойду кормить курочек и расскажу вам наши новости. Новости хорошие. Выпустила котяток сегодня с утра-то. Нету дождяток. Выпустила сразу их. Смотрят такие, скажут, что за чудо чудное. Кто нас выпустил? Все смотрят. Все смотрят. Это мои хорошие. Кстати, хочу сказать огромное спасибо, Елена, вам за помощь котятам нашим. Мы набрали кормов. Им и пакетиков взяли, и сухой корм взяли. Вот, огромное-огромное вам спасибо. Вот просто от души, друзья. Есть люди, которые любят наших котиков. Конечно же, мы любим им покупать корм. Курочки у меня еще закрыты. Слышите, кококают. Но я сейчас не выпущу, пока не наложу им еды. Она няня. Кто сидит, кто ходит, сейчас выпущу. Смотрите, сколько еды мы им намололи. Бак и бочку. Вот, полную. Это говорит о чем? О том, что мы с Олегом исполняем свою 6-летнюю мечту снова. Я вам уже 100 раз говорила, что мы очень скучаем по Таиланду. И мы купили в Таиланд билеты. Как только Олег получил накопительную свою пенсию, мы тут же, не раздумывая, на что ее потратить, хотя очень много других дел, все-таки мы решили купить билеты в Таиланд, друзья. Потому что такой, как бы, возможности потом больше не будет. Накопить с пенсии — это нереально, нереально. Очень дорогие билеты и все такое. Он получил 197 тысяч. Я вам уже об этом писала, наверное, и говорила. И мы купили на все деньги билеты в Таиланд. И мы едем в Таиланд, друзья. Едем мы вот буквально уже завтра утром. И я вам, конечно же, все покажу. Куда мы едем, зачем мы едем, с кем мы едем, на чем мы едем. Все обязательно покажу. Мы очень счастливы, что мы поедем, потому что мы привыкли летать в Таиланд, во Вьетнам, в Китай. Всю жизнь, когда работали, все отпуска мы проводили, ну, именно копили на поездку за границу. Ну, старались и детей вывезти, и сами выезжали. Вот. Но так как мы переехали сюда и вышли на пенсию, уже такой возможности нет. По одному. Ha ha ha!
Все, кушает пусть. Мои хорошие. Здравствуйте. Вы сказали спасибо. А? Сказали, вы мои маленькие. Сказали Елене спасибо огромное. Вот уже и небо прояснилось. Смотрите, какая сегодня вообще тепло. Плюс 14 с утра. Уточки пищат, курочки кукокают, петушки кукарекают, котята бегают. Если бы, конечно, в квартире я жила, у меня бы не было котов. А так как мы в доме живем, естественно, мне что, жалко, что ли, пусть бегают. Смотрите, какая трава. Ой, выкинулась вчера в дождь. Выкидывала мусор сюда, и это забыла убрать ведро с водой. Ну, куда ты села, мокрый бытик? Пойду выброшу. Видите, как у нас все тепло по-прежнему. Ну, конечно, когда дождь, некомфортно, но все остальное комфортно. Закрыли мы инжир. Женя прикопает низа, как только земля подсохнет. Потому что сейчас земля, естественно, мокрая. И сегодня с 3 до 6 стоит ливень опять. Ну, так вот как бы земля у нас вроде не хлюпает, но в то же время влажно все. Вот этот инжир мы тоже вон как укрыли. Все пообрезали. Видите, какие стоят. Не стали вы это шифером укрывать. Посмотрим. Приедем, если будут морозы, то и шифером укроем. Он рядышком стоит. А так вот умотали черными тканями. Сверху мешки напялили. Они все за мной. Ой, как красиво. Собачки лают, кошечки бегают. Листва по-прежнему не вся опала. Да, Никушенька? Пойдем. Пойдем, моя рыбка. В общем, рассказала я вам свою новость. Кто хочет, поехали с нами. Будем там снимать. Постараюсь ролики делать. Если будет интернет и все такое, то я постараюсь, конечно. Так особо не обещаю. Смотрите, вам клубничку покажу ноябрьскую. Что-то тут все это затяну. В общем, вот она. Ноябрьская. Клубничка. Ой, коты носят. Рады, так что я их выпустила. Вот она. Травку надо. Трюха мне все время мокрец рву. Он очень его любит. На хозяйстве у нас остается сын и соседка. Вот так вот будут курочек кормить и котиков. Ну, сын, он работает онлайн, поэтому ему все равно, лишь бы интернет. У нас, правда, в деревне плохой интернет. У нас этого оптики нету, только мобильный. Но будет с мобильного работать. Да, кто тут бегает? А кто бегает? Это котеночка. Вот такая красавица моя голубоглазая. Да? Ты такая красивая. Такая родилась красивая. Вообще. Сейчас кину, пойду. Травку курочкам. Ой. Так. Что ты, Олеж? Выкачать хочешь воду? А. Значит, вот вам травочки пока. Утрешний рацион. Слушайте. Соскучились. Вчера травки не получали. Вчера дождина был так. Вообще. Что, хорошо вам бегать, да? Бегайте до 3, а в 3 часа дождь будет. Так, я пришла еще собрать перцы. Вот выбросила кусты. Видите, такие еще перцы большие у меня. Целая теплица. Уже 26 ноября мы собираем перцы по-прежнему. Так, это мягкие курицы. Эти хорошие. Да, мои. Ой-ой-ой. И ты как красавица. Так. Сейчас все, что нормальное соберем. Что ненормальное, вот курочкам отдадим. А ты что тут роешь?
А что ты тут роешь, а? А что ты тут роешь? Ой, испугался. Бандюга. Бандюга. Все покрыто этой тлей какой-то черной. Пофигу им, зима, лето, осень. Так, а здесь что? Большие, маленькие, какие тут? А тут, наверное, курицам отдам сюда и все, куда их? Нету больших, слушайте. Где-то я увидела. Или нету? Они красные, но они... Это их тоже в тле. Ну, отмою, конечно. А эти перцы, наверное, отдам курам. Столько много не надо нам. Да, курочкам. Помидоры еще вот. Ой, спряталась. А кто тут спрятался? Кто спрятался? Вот гортензия занесла сюда. Сухая, надо полить. Сейчас полью. И, наверное, мочалку сорву. Пока морозов нету, ее не прихватило. А это вот надо полить. Так вот. Водичка тут стоит. На всякий случай. Теплица-то особо. Вода не попадает. И все равно сильно нету сухости. Помидоры вон цветут и пахнут. Полью. Вот так. Видите, вон, висят. Их можно было бы собрать, конечно. Дома положить. А вот мочалку-то я сейчас сниму эту. Вот так. Вот такая мочалка, она высохнет и будет внутри мочалка. Я одной мочалкой мою, из которой прошлые годы выращивала. Ну, настолько приятно телу, не жестко, не мягко, средняя жесткость. Прямо обожаю вот эти мочалки. Никогда не думала, что так ими здорово мыться. Вот, все. Снимаю вам все сегодня поутру. Дел у меня много, нужно все сегодня подготовить. Вот они. Чтобы со спокойной душой уехать. Ну, сын будет рвать курочку. Сын будет рвать травку курочкам. Кормить, собирать яйца. И ухаживать за котятами.